Добрый день, дорогие друзья. Вместе с вами сегодня хотел бы поразмышлять на такую тему, как доверие и завещание. В скобках «любовь к ближнему». И поводом для этого небольшого видео послужило прочтение одного места из книги Иисуса Сирахова. Это 33 глава, с 18 по 21 стихи. И стоит там следующее. «Послушайте меня, князья народа, и внимайте, начальники собрания». Обращение. Двоеточие. «Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над тобою при жизни твоей. И не отдавай другому имения твоего, чтобы, раскаявшись, не умолять о нем. Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем, ибо лучше, чтобы дети просили тебя, нежели тебе смотреть в руки сыновей твоих». Удивительные стихи. И это из Библии. И это написал Иисус, сын Сирахов. И мы должны к этому немного прислушиваться и понимать, а почему он так провозгласил? Что через него Бог хотел донести для людей? Какую мудрость? Порассуждайте вы на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.